Продолжается программа переселения граждан из аварийного жилья. В Нерюнгри открывается новый этап выкупа квартир на вторичном рынке. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Переселение осуществляется в границах города, и программа реализуется на общих основаниях. То есть этажность, наличие балкона или местоположение не оговаривается. Самое гласное условие – должна быть та же самая площадь, что и в занимаемой прежде квартире. Выкуп происходит на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ, что снижает риск коррупционной составляющей. Эти 126 квартир, которые мы сегодня объявляем, это речь идет о двух- и о трехкомнатных квартирах. Для участия в торгах нужно иметь электронную подпись, с которой продавец может самостоятельно зайти на площадку и зарегистрироваться. Победителем аукциона признается продавец, который не только предложил квартиру, но и выиграл сам аукцион. Так как это этап 2015 года, то у нас получается стоимость квадратного метра 29 008 рублей, это стартовая. Ну а конечную стоимость квадратного метра определяет рынок, то есть непосредственно сам аукцион. Затем специальная комиссия проводит осмотр квартиры и при необходимости указывает на недочеты, которые должны быть устранены. Несмотря на то, что человек победил, несмотря на то, что контракт предполагается с ним заключить, у нас существует определенная комиссия, которая жестко предъявляет требования. Мы консультируем, поэтому люди к нам идут, люди об этом знают. Мы не только устно, но и даем распечатки, и даем рекомендации. Затем заключается муниципальный контракт, и продавец передает в администрацию ключи и квитанции, подтверждающие отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. После того, как право собственности переходит к муниципалитету, производится расчет денежных средств. Ключи от новой квартиры передаются при предоставлении всех документов. Но получение ключей – это не приобретение права собственности на квартиру. Основанием для вселения являются договор социального найма или регистрация права перехода в собственность путем договора мены. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.